Призыв к безопасности на дороге, по иронии судьбы, смотрит в спину водителям. Такую странную картину увидел иркутянин Федор Михайлович на одном из городских перекрестков. Баннер, который расположен на пересечении улицы Шмидта и Гоголя, он расположен так, что он смотрит только спину водителям, для которых он предназначен. Вот это мне и удивило. Зачем такие баннеры вешать, пропагандируя правила дорожного движения, которые не считаются водителями? Это бесполезная трата денег получается. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент», она для наблюдательных и неравнодушных.